в народе называют его бункер, но на самом деле это геофизическая обсерватория службы сейсмического контроля, Боровое, которая была введена в эксплуатацию в 1961 году. Обсерватория Боровой оказалась наиболее эффективной станцией контроля за ядерными взрывами, производившимися на Невадском полигоне США. Сейчас посмотрим, что осталось от этой обсерватории. Лестница, еще дверь есть туда. А это она и есть, да? Все, аккуратно, Рой. Ноги только смотрите. Все, под ноги только смотри. Thank you.
Последний, да, контур? Аккуратно. Ты что, на выход? Ребятня. Ну все, давайте выходим. А там какой-то еще проходит. Где? А это просто, наверное. Никак. Да, уже не полезем. Вперед. Ты палкой аккуратно. Эту выкину. Может, мы с ним взять, у тебя была?